Доброй ночи, ребят. Я боюсь разговаривать, потому что сейчас я только начну говорить, и сразу все свинюшки начнут подпевать мне. Мы только что вернулись от сестры, ездили в гости. Сегодня праздник, день прошел хорошо. И я не мог не зайти, не заснять этих... Ой, что случилось? Что ты вскочила? Не мог не заснять этих малышей, вот как раз вот этих вот. Больше всего пристальное внимание у меня к этим четырем мышкам. Вы не представляете, как я за них переживал. Это первый опыт в моей жизни, когда я подсадил большой свинки вьетнамских поросят, и она на них реагирует хорошо. Вот смотрите. Ой, какой родненький, скажите, ребята. Это невозможно мило. Вот. Они все пузатые. Прям пузо у них выпирает из боков. Так как у свинки молочка много. И все у малышей прям отлично. Сегодня я с утра немножечко подвытянул вымя. Ну, свинки, как и вчера я вам показывал. И все. И на этом я больше к ней не лезу. То есть у нее до сих пор еще не убрано. То есть после опороса я ей не менял подстилку. Ну, у нее сухо. Она молодец. Она кушает отлично. И она сходила в туалет по-большому. А это хорошо. То есть это очень важное событие после опороса. И кушает отлично. Вот смотрите, я ее кормил, как мы ехали, в 5 часов. Вон немножечко не доела, хотя ей насыпал 5-литровое ведерко. Уже полную порцию ей насыпал. И она все отлично скушала. Я сегодня ни у кого не чистил, и у кабанов не чистил, потому что праздник, и мне не хотелось ничего делать. Да и многие мне сказали, ты что, не стоит, отдохни. Ну и в общем, такой у меня... День прошел хорошо, на эмоциях положительных, на самом деле. Вы спрашивали, кто вот этот рябенький поросенок, это кабанчик, ребят. Кто второй сейчас выйдет, такой красивый, расцветка с белым пузом. Сейчас я вам точно скажу, кто то. Потому что, на самом деле, вот эти дни первые после опороса, мне не так было важно смотреть, кто они там, кабанчики или свинки. Мне главное было, чтобы, ну, сохранить их всех. Сейчас я хочу очень похвалить свинку. Хоть она и немножко вскакивала во время опороса, но даже во время того, как она вскакивала, она себя вела более-менее дружелюбно. Да, это происходило ночью, поэтому немножко я нервничал. Но сейчас, вот вспоминая ту ночь, на самом деле свинка справилась хорошо. Ну, единственное, это то, что было 3 мертвых поросенка. Вот это проблемка. Сейчас я поставлю ей укольчик от парвовируса. И буду ее в дальнейшем еще использовать на свиноматку. Свинюшечка хорошая, так что надеюсь, что... И в дальнейшем у нее будут такие же хорошие поросятки. Ну, вот так. Спрятались. Пошли к ним. Нам нужно опять зайти к Асу. И смотрите, свинка не хрюкает. И Ас не хрюкает. Мне в комментариях написали, что во время опороса свинка выделяет запах, примерно похожий на запах свиноматки, которая в охоте. Поэтому Ас себя так и ведет. Хоть он и кабан не рабочий, но при этом он все равно, ну, то есть чувствует запах свиноматки и не дает покоя никому в сарае. Так что вот такие вот дела. Я еще раз говорю, что я сюда зашел просто посмотреть на поросяток и со спокойной душой ехать домой. Поросятки все хорошенькие. Пьют молочко. Свинка, видите, ложится уже носом и в другую сторону. Значит, она спокойненько им дает вымя с обеих сторон. А это уже хорошо. Все, моя девочка, все. Все. Вот какие красопеты вьетнамские.
Вот, кто вот этот, нужно посмотреть. Это свинка. То с черными крупными пятнышками кабанчик. А кто с черным ухом. С черным ухом тоже кабанчик. Свинка немножко нервничает, потому что я подошел к поросятам ближе, чем может позволить себе она. Вон сейчас будет заглядывать сюда. Смотрите, следить. Опа, пришла. Все, свинюшка, я не трогаю. Нет. Ты моя умничка. Ты сейчас их сдуешь ветром. Особенно вот этих блошек. Видите, мамулька нервничает. Это, конечно, делать мне не стоит, но очень хорошо, что она такая доброжелательная в этом опоросе к детворе. Все, у них вот висит красная лампа. И вот такие толстые, гляньте, какие пузатые. Вот, красавчик кабасик. Ну и беленькие тоже ничего. Пип. А, и еще мне нужно напоить сейчас поросят тех, которых я перевел туда, к телятам. Потому что у них поилки нету. Я был сегодня в городе. В магазин тот не работал, где я мог бы купить себе, ну, то есть поилку. Потому что воскресенье плюс праздник выходной. А, не толкайся. Так что... Мама опять пришла. Все, в общем, я вылажу от этих маленьких всех, кто... Ас, я тебя прошу. Прошу, не лезь ко мне. Все, кто переживал, думаю, переживать больше не стоит. У малышни все будет хорошо. О, вьетнамчика давит. Все. Да, я выйду. Ну, вот такие дела. Один вьетнамчик, который не заходил спать туда, ну, в квочку, тихо, уже спокойненько туда заходит. И все нормально у него. На. Один вьетнамский поросенок, как плуг, вот так вставляет нос с одной стороны, не знаю, сейчас выйдет, и так прорывает прям до того края и лезет. Я смотрю, вот обращаю внимание на вьетнамчиков, они отлично подросли за вот эту неделю, как я их, ну, отлучил от мамки. И, ну, вот прям классные награнули, мне они... Очень нравятся. Все толстенькие, хорошенькие. Еще раз повторюсь, вместо того, чтобы после опороса без мамкиной титьки они начали худеть, они прям все вот кругленькие. Вот такие прям пузатики. Куда ты идешь? Ты идешь здороваться, да, малыш? Так, нужно им пододвинуть корыто. Смотрите, какие толстые. Какие толстые детки. Видите, какие пузатые. Красотульки. Сало какое на шее. Пузатые все хорошие. Ну, вот такие. Сейчас напою еще больших свиней. Ну и на этом все. Да, ребятушки. Все, и все будут отдыхать. Спокойной всем ночки. Завтра понедельник. Буду всех чистить, убирать. Ну вот так. Все, этим сено принес. Потому что бык стоит, орет. Что-то ему не нравится. Нет, детки, нет. Кыш. Нет, не выходим.
На. Сейчас дам. Сейчас. Ну. Во. Оставить поилку не представляет быть возможным, потому что они сейчас не выпьют воду, а разольют ее. Это я уже им даю пятый раз за день. Они не так сильно хотят пить, как просто хотят это сделать первыми. Вот налил им литров 8. Они сейчас не выпьют ее и начнут грызть вот отрезанную бочку. Ну успеешь, сейчас. Вот. А вьетнамочка ждет. Все, сейчас, нет, нельзя выходить. Уже завтра точно сделаем. Нет, нельзя выходить, нет. Все, вот видите, по 3 глотка сделали. И на этом закончили. Ну успеешь, зачем на голову лезешь? Вот. Вот, видите? Намочили мне все. По очереди. Так. Вот зараза. Теперь сейчас нужно там поубирать, потому что начнут еще там на мокрое ходить в туалет. Боже мой, что вы делаете? Вот что ты делаешь? Что ты делаешь? Все, 2 глотка. Все по 2 глотка. Разлили пол ведра. Ну вот куда лезешь? Куда? Срочно завтра сделаю поилку первым делом, ребятки. С самого утра поеду и сделаю им поилку. Но! Вот видите, все, и начинают грызть. Все. А лезли, как будто миллиард лет не пили. Ну, вали. Так, все, не роемся. Паразиты. Намочили, вот теперь точно туда начнут ходить в туалет. Не дай бог. Кыш. Так, это вот туда все. Не трожь меня. Вот. Паразиты. Все, тут сейчас сухеньким. Давай, кыш. Кэш. Все, тут нельзя. Во. Все, нету воды, нету. Вы балуетесь. Завтра с утра вам все сделаю. Ну вот так. У поросят все нормально. У Виталькиных поросят все нормально. Пеппа обживается. Так что все нормально. Сейчас пойду, там еще должен начаться вывод у цыплят. Завтра вам все обязательно засниму. Ну там только наклев. Но это уже все будет завтра. Ну а пока всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. Завтра мне чистить во всех загонах. Так что работы хватит. Все, ребятки, всем пока-пока.